Так, сегодня у нас 3 февраля, 15 год. 9, где-то 0,5 по Киеву. Это 4-я кукушка. 4-й пост наш. Разведка прикомандирована к нам. Да. Вчера был день сурка. Сурок Тимка напророчил нам 6 недель до начала весны. Жалко, его не привезли сюда узнать, а что у нас нынче. Плюс 4 на градуснике вчера было. Плюс 8. Мы сегодня просто великолепно. По приезду на базу оказалось, что дождем растаявшей воды затопило блиндаж офицеров. И вместо отдыха бойцы самоотверженно вычерпывали лужи. Хотя офицеры показали достойный пример. Черпали наравне с солдатами, с бойцами. Вот уже здесь на месте Вселенского потопа ковровую дорожку постелили, офицерский блиндаж. Это у ребят дембельский аккорд, но не дембельский, а отпускной. Вычерпывают и едут в отпуск. А где, где собака делась? Тоже вылыли. А, вижу. Это дорога жизни, я только сегодня настелил, а мой блиндажик, его благо не затопило. Ну, плюс 4, даже с небольшим. Бойцы все дрыхнут после ночи. Каждую ночь выезжаем где-то с 3-4 вечера, с 4. Решил. Снимай, чтобы побачили, как нас блиндаж просил. Аж где он просил? Ну, наваляли на блиндаж, конечно, крепенько земли. Там два или три, наверное. Ну, самой массой раздавал. Там, давай, как трещина пришла, батя, что. Оно туди сідає, понял, потягло землю. Слышишь, может это земля просто осела, а там бревна не опустились внизу? Опустилися, ну а так. Слышишь, так скоро завалят кедрение фені. Сантиметрів на 20 опустились, потому что там, понял, до доски прибивали без стенки, воно за доски пол ставлює. Надо так подпорки ставить, а то нас не все пары завалят, а блиндаж, собственно. Ну, да. Вот Собовка сегодня на мосты села. Это у нас МЖО, вернее только М. ЖО у нас тут нету.
Нет, вот это у нас вторая кукушечка. А что, у Айдара еще женщины служат? Да. И на постах там стоят и у Айдара там. Да, ну тут как бы на женщин времени не хватает. В 4 вечера выезжаем, в 6 в 7 утра приезжаем. Покушал, поспал, когда-никогда. И опять на выезд. И так неделя за неделей, уже, наверное, недели 3, так точно мы